На территории Сочи находится 7 братских захоронений. Еще ряд могил есть на перевалах Кавказского хребта. Несколько раз в год люди собираются у последних приютов героев, чтобы почтить память всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Только в годы Великой Отечественной свою жизнь за свободу Родины отдали порядка 30 миллионов человек. Никто не забыт, ничто не забыто. Эти слова стали символом дня неизвестного солдата. 49 лет назад, 3 декабря, во знаменование 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братского захоронения на Ленинградском шоссе и перезахоронен в Александрийском саду, где с 8 мая 1967 года находится мемориальный комплекс и горит вечный огонь. У этого братского захоронения, что на старом кладбище по улице Клубничная, пусть и не горит огонь и не стоит почетный караул, зато всегда у обелиска лежат цветы. За сохранностью памятника следят не только представители районных администраций, но и молодые активисты. В связи с этой памятной датой в рамках краевой молодежно-патриотической акции отдела молодежной политики администрации Центрального района сегодня был организован памятный митинг. Данное мероприятие было запланировано на 3 число, но в связи с штормовым предупреждением перенесли его на 4. Данная акция нужна, она воспитывает, в первую очередь, это патриотическое воспитание. Это большое спасибо и нашей молодежи, которая откликается на это, приносит сюда цветы. Мы не забываем наших ветеранов, которые, благодаря которым сегодня мы стоим и живем, любуемся нашим голубым небом. Цветы к братской могиле воинов, погибших от ран в госпиталях Сочи, возложили учащиеся 23-й школы, студенты поликультурного колледжа и Сочинского профессионального техникума. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.